Всем привет, добро пожаловать на стрим. Внезапный я вот что-то как-то решил. Немножечко времени у меня выкроилось. И думаю, застримлю-ка я самороста второго. Вот просто захотелось застримить самороста. Вот просто чуть-чуть поиграть. Потому что первая часть у нас уже была, но не все знают, что она опять-таки была. Но теперь будете знать, что первая часть самороста тоже была. И проходилась она в формате стрима инди-игры, по-моему, что-то такое. Я уже не помню, когда этот стрим был, но, по-моему, около полугода назад примерно. Вот, и, в общем-то, прошли мы спокойненько саморост. Игрушка такая мыслительная, то есть, ну, сумбурная немножечко, немножечко бредовая какая-то, как сейчас называют, наркоманская. Но я не люблю это слово, потому что наркоманская — это уж совсем должна быть игра. Это даже не игра, наверное, должна уже быть. Вот. Ну, привет всем, да, кто пришел. Я вижу, потихонечку люди подходят. А я говорил, заходите на сайт, смотрите, там всегда анонсы самые свежие. Нет, мы не будем заходить. ВКонтакт фигач. ВКонтакт не всегда есть время зайти, а на сайте я всегда могу запостить картиночку с анонсом. Это гораздо мне удобнее, гораздо проще получается, нежели заходить в ВКонтакты. Так, значит. В общем-то. Да, сегодня будет саморост. Саморост 2. Игрушка получилась чуть подлиннее, но стилистика осталась той же самой. Если кто не играл, обязательно поиграйте в первую часть, ну а потом уже пересматривайте стрим. Или можете заранее посмотреть стрим. Хотя я эту игрушку проходил всего лишь единожды, насколько я знаю. Именно вторую часть. Первую-то я проходил раз 5, наверное, потому что она вот крутая. Просто реально, когда после работы делать нечего иногда бывает, вот тоже появляется несколько минут свободных, ну и просто-напросто запускаешь саморост, просто вот расслабиться, просто поиграть. Также и здесь тоже саморост 2 вот сейчас как пройдем, надеюсь, все получится. Так, виджет от Google Mail спасает, если приходят анонсы, сразу видно. Ну да, да, это удобно, кстати. Вот кто этим пользуется, мне тоже на почту сразу приходит, что у меня началась трансляция. Я на свою же почту захожу и вижу, что, о да, у меня началась трансляция. Ну круто теперь. Ну кто-то просто случайно заходит. Ну, чаще всего вот. Лучше, конечно, залазить на сайт, там смотреть. Там быстрее все обновляется, там появляется самая последняя информация. Так. На ютубе тоже все работает, но я смотрю, рестрим-то идет, но беда в том, что здесь почему-то показывается качество плохое опять. Ну, естественно, это YouTube, он с этим бета-версией своего стрим-сервиса все какое-то днище подсовывает. Вот, честное слово, расстройство одно только. Так, сейчас я смотрю. Так. Чик. Ну, саморост это позиционирует больше как инди-игра, наверное, независимая какая-то, скорее всего. По-другому я и не осмелюсь, наверное, назвать. Так, Женечек, спасибо за видео про бинарные опционы, смеялся в голос. Ну, пожалуйста, на здоровье. Ну, а что? Не то, что накипело, у меня просто куда не зайдешь, на какой-нибудь канал, который ты раньше смотрел, там, то есть лазил по каким-то другим каналам. Везде, буквально от начинающих каналов до топовых, рекламят какие-то все время опционы там. Ну, я, в принципе, суть показал, как там все это делается. Кто не знает, посмотрите на это. Так, больше Степ, вот просто поржать, потому что на ровном месте никогда деньги ты не сделаешь. Вот сидя, ничего не делая и предугадывая, сидя там, тыкая кнопочки какие-то, никто тебе за это платить не будет никогда. Если все будут играть в опционы, то, соответственно, некому будет работать на заводах, некому будет обслуживать ЖКХ, то же самое там. Все будут, потому что сидеть. Все будут сидеть, а хотя они не будут сидеть, электричество же тоже не будет, потому что все уйдут зарабатывать на опционах и на биржах. Что так рано? Да не то, что рано, просто спонтанный стрим, внезапный, как обычно я люблю это делать. Да, все будут очень богаты. Ну, судя по всему, да, без электричества, без воды, без каких-то норм гигиенических. Все будет зарастать, все будут бородатые, волосатые, и со всех щелей поползут волосы, грубо говоря.
а все будут сидеть и зарабатывать на опционах. Поэтому надо идти зарабатывать на заводы, да. Идти сантехниками работать, я не знаю, электриками. Да вот этих профессий сейчас практически нет. Там работают старые пердуны. Это обидно в каком-то плане даже. Почему-то, потому что вот я с товарищем общался, он говорит, да беда, говорит, вообще, говорит, некому работать. Я, говорит, уже на пенсии, говорит, 5 лет, и все еще продолжаю работать сантехником. Потому что, говорит, некому идти, нету ребят молодых. А старые, говорит, только у нас и работают. Так везде, так по всей России, в принципе, поэтому чё уж там. Так. Сейчас все хотят быть менеджерами, все хотят сидеть в кабинетах под сплитами, просто набивая что-то на клавиатуре, подписывая какие-то бумажки. То есть просто сидеть и получать за это деньги, а потом приходить с работы и говорить... Ой, я так устала, я столько документов сегодня вбивала, как будто бы свои настройки вбивала, короче. Вот. Вот получается такая ситуация, что приходят и говорят, да, я устал, я устала. Так сложно было, маникюр вот ноготь сломала, потому что на кнопку плохо нажимала. Особенно, знаете, когда приходишь в какой-нибудь банк или в какой-нибудь, тоже в какой-нибудь... какую-нибудь компанию по документам, там, например, по доставке, по грузам, сидят такие курочки с такими длиннющими-длиннющими ноготками и нажимают на клавиши не ноготками, а подушечками, знаете, так изгаляясь, извращаясь, попутно цепляя соседние буквы и делая ошибки, а потом все это, стирая на бэкспейс, снова набирают, и ты стоишь как дурак и ждешь 20 минут. Посадите туда обычную женщину, у которой нет супер какого-нибудь... маникюра. И пускай она фигачит, как раньше были машинистки. Ну, то есть машинные наборщики. Женщины сидели и на машинках печатных с бешеной скоростью печатали. Документы создавались просто на лету, нежели сейчас сидят и тыкают. Сидят и тыкают, потом плачут. Ну вот что-то мне замечание сделали, что я очень медленно текст набирала. Правильно, потому что ты делаешь другое кое-что быстрее. Зарабатывая на X5, как говорится. Ну и так далее. В общем, понятно. Не будем мы о плохом. Это все с опционов началось. Я просто раскрыл небольшой такой... Не знаю, просто тему немножечко развил, да и все. Потому что подали вот тему для разговора. Пожалуйста, обсудили. Ну, вот на этом-то и строятся, наверное, наши стримы. Когда люди подбрасывают какую-то тему, ее надо просто разжевать и положить в ротик. А дальше уже... заглотит. А, как бы это грязно не звучало, но что делать? Так в школе нам говорили. Так, просто Женя был в паспортном столе, ясно, понятно. Нет, я был в банке, в Сбербанке я был на почте, где вот эти вот долгоиграющий персонал набирает, где вместо трех терминалов компьютерных работает один, и ты стоишь в это одно окошко и ждешь и думаешь, чтобы вы все здесь в аду сгорели когда-нибудь вместе со своим почтовым отделением, своим паспортным столом, своим Сбербанком, где работают одни слоупоки. Вот честное слово. Не надо про почту. Почта — это капец. Это капец почта. Не надо. Почта — это больной разговор. Я не буду про почту ничего говорить. Я просто вот вскользь упомянул. Все, я больше не буду про почту ничего не говорить. Это капец. Сплиты стоят, но они не работают. И ты стоишь, не знаю, умываешься своим же потом. А они ходят, им нормально, короче. А про других они не думают. А говоришь, включите, пожалуйста, сплит. Здесь нормальная температура. Да горите в аду. Ладно. Так, значит. Да, на почту ходить лучше не надо. Лучше, знаете, заказывать или отправлять, или получать лучше через курьеров. Пускай ты заплатишь 200 рублей, но эти 200 рублей, поверьте мне, стоят этого. То есть обычно какие-то доставки вот есть до дома, до адреса, до двери. Лучше вот реально отсылать, получать через такие и просить тех, кто вам что-то отсылает. Вот, попросите, лучше вы сами переведете деньги товарищу, который вам будет что-то отправлять, чтобы он вам отправил вот именно какой-нибудь курьерской службы или службы доставки. Потому что Почта России — это днище. Никогда не ходите на Почту России. Это беда. Так, ну что ж, потихонечку поползем в игрушку. Не будем мы
тянуть кота за известное место. Так. Ну что ж, саморост. Саморост 2. Вот так вот замечательно все это выглядит. Стилистически. Флора и фауна живет. И это нормально. Так. Отлично. Чик. Ну и поехали. Так, надеюсь, звук в порядке, все работает. Ну вот, по-прежнему планета нашего героя. Так, надо на полный экран сделать, потому что она постоянно сбивает у меня, но ничего не поделаешь. Закрепить не получается. Да что ж такое-то, дайте мне сценку нормально сделать. Во! Итак, на нашу планету, на наш, не знаю, дрейфующий кусок дерева прилетают, кто бы вы думали, инопланетяне прилетают. Зачем-то. Что-то им надо здесь. Видимо, наши плоды нужны. Судя по всему. Вот эти вот груши или что это висит, я не знаю даже, что это такое. Ну да, да, нравятся им наши, видите ли, груши. Сорт лампочки, так. Собирают. Нажимаем на собачку, собака выбегает, отгоняет, ну, ворует собаку. Вот здесь гениальнейшая, простейшая завязка. Наша задача будет какой? Правильно, спасти свою собаку. Все просто. Эй! Эй! Очень стилизованно, ничего подобного я не видел. Вот честно признаюсь, круче этого стиля я, наверное, не видел никогда. Это сделано очень классно. Игрушка Кого Гдалшеш. Не знаю, что это такое. Это, вы знаете, гриб на дереве, на березе растет, вот это вот гриб. Это все сделано из фотографий природы, леса в частности. Игрушка какого года? 2005, по-моему. Так. Смотрим. Чтобы попасть внутрь планеты, нужно стукнуть робота, который как раз нажимает кнопку. То есть, знаете, дворецкий такой, который обычно сейчас стало модно в новых домах мажорских, где квартиры там за 100-500 тысяч рублей. Вот, за 100-500 тысяч рублей квартиры, там сидят такие, знаете, дворецкие, я их так называю. Не бабушки, не дедушки, а дворецкие, мне так больше нравится. Кто разработчик? Аманита, вот написано, копирайт, Аманита дизайн. Все права защищены. Защищены все права. Так, надеюсь, со звуком все в порядке, действительно. Все в порядке же со звуком. Сейчас я проверю на всякий случай. Ну, вроде да. Вроде все хорошо со звуком. Так. Сели мы, значит. Сели. Что такое? У меня что-то сбивается. Все, секундочку. Секундочку. Так. Все. Далее. Чтобы ударить робота. Так. Сперва нужно выйти из своей вот этой вот консервной банки, и нас... тащит какая-то непонятная штука. Какой-то корень. Похоже больше на... не знаю, тентаклю из Half-Life первого. Есть такая штука. Вот поедатель, смотрите, этих веточек. Я не знаю, что это такое. С причмокивающими звуками такими. Сажаем на эту веточку и освобождаем себя. В Аманите знатные грибники работают. Ну, судя по всему, да. Но молодцы на самом деле. Так, стрелочка, нам дальше идти. Как раз-таки сюда. Ну, игрушка очень атмосферная. Это и цепляет. Вот, знаете, Машинариум, в принципе, похожа, но она гораздо сложнее. Похоже на чьи-то волосы, а это блоха. Может быть, кстати, может быть, но поскольку мы видели, что это гриб, то... Так, понятненько. Оп, муравьеды сидят, да? Здесь чувак какой-то что-то бьет. Раковину какую-то железную, я не знаю, что это он делает, но... Ну и здесь тоже задачка, в принципе, простая. Заходим внутрь этой хижинки. Так. Ну и здесь видим кучу бутылочек, какие-то механизмы, что-то двигается куда-то, что-то куда-то перемещается. В общем-то, нам нужно поставить правую трубку вот сюда. Ближе к макам. Это... или как он называется, не мак, а снотворное еще делают из этой штучки. Вот не помню, как называются вот эти растения. Наверное, мак все-таки.
Так, берем пробочку. Смотрим сюда. Здесь сидят два товарища, которые поглощают вот эту воду. То есть мы не можем накачать воду, потому что он ее хлещет, сидит постоянно. И получается, капает сюда всего лишь одна капелька. Также мы можем сделать следующее. Нажать на горелку, разогреваем, и ничего не происходит. Что нужно сделать? Правильно, нам нужно как-то закупорить вот это вот техническое отверстие. Так, берем маленького, сшибаем. Этот чувак отвлекается, быстренько бежим, затыкаем. Так, посадили. Опаньки, и все. Носиком-то не получается больше. Пробочка-то все задвинута. Так, далее. Теперь, значит, нажимаем на мартышку, своеобразную очень. Раскачивается она на кустах, и спелые семена... Так, еще раз щелкаем. Спелые семена засыпаются туда, куда нам нужно. В этом-то и соль. Так, дальше зажимаем, разогреваем. А, нет, что я делаю? Что мы разогреваем? Воду накачать сперва нужно. Отлично, накачали. Разогрели, все, зелье готово. Наливаем. И сейчас слизняк, вот этот вот четырехглазый, захочет попить все это дело. Да. Так. Ну, потрясающая же игрушка, да? Ну, вот нету, я не знаю, подобные, какие могут быть подобные игрушки? Напишите, если кто знает, напишите хотя бы, что вы вообще думаете, есть ли какие-то подобные игры, вот, кроме, конечно же, первого самороста. Вот интересно. Так. Опс, сейчас, секундочку. Секундочку. Что-то у меня все лагает или что такое показывается, непонятно. Сейчас я посмотрю. Что-то беда какая-то у меня сейчас, секунду. Так. Металлический панцирь. Ну, видимо, себе кует улитка или, не знаю, слизняк. Потому что в лесах есть такие кракозябрики. Так, все вроде бы работает. Ютубище работает, рестрим тоже работает. Все отлично. Ну, окей, идем дальше тогда. Ну что ж, вот мы и подошли к роботу. Бьем кувалдой по голове. Нажимает кнопочку, ну и спускаемся спокойненько вниз. Так. Так, здесь уже посложнее будет. Здесь уже будет очень посложнее. Что делать, я не помню, но будем потихонечку разбираться. Так, это у нас какой-то зверек, который поедает, судя по всему, вот этих вот личинок, наверное. Так, что-то я сбросил куда-то. И пока ничего такого не. Так, смотрите дальше. Так. Позволяем кормить. Угу. Какой-то запах пошел. Очень интересно. Паутинка. Код этого уровня — котловина. Так, этот зверек больше реагировать не хочет. Личинки ползут. Отсюда что-то выглядывало, но что выглядывало так? Ага. Очень интересно. Будем думать. Будем думать дальше. Как же забавно это сделано, а? Так. Да, можно встать на другой конец трубы. Вылетает муха, и здесь сидит тоже какая-то непонятная штука. Непонятная штука. По-моему, с ней тоже как-то надо взаимодействовать. Но я не помню, я потому что не проходил эту игру. Или один раз проходил, вот точно вам не скажу сейчас я уже. Так. Ползут. Бзит-бзит. Бзыть-бзыть. Ну, так, биолог, наверное, игру делал. Я не знаю, кто это такие. Я, честно говоря, никогда не смотрел на разработчиков почему-то. Хотя, наверное, надо было посмотреть на них. Вообще, кто этим занимался когда? Пока ноль реакции. И тыкнуть больше некуда.
Так, надо думать, надо вспоминать. Так. Ладно. Сейчас посмотрим. Да разве на персонажа нажать? А, все. Кажется, начинаю вспоминать, да. Ищи лучше. Да я уж понимаю, что ищи лучше, но... Вещь-то такая. Игрушка-то непредсказуемая. Если вы знаете, как ее проходить, то, естественно, вы пройдете. А если вы не знаете, то вы будете тыкать на все, вообще на все. Все, что есть, и все, чего нет. Так, вот это я помню. Это я помню. Проводочек. Если мы отключаем свет, то становится, соответственно, темно. Мышка. Так. Окей, смотрим, что там. Седьмого гостя проходил. Нет, я даже не знаю, что это такое. Так. Фонарик взяли, вот, пожалуйста. Отлично. Да, я тоже первый раз долго тыкал на муху. Ну, я же говорю, это вещь-то такая, поэтому... Так, отключаем фонарь. Надо вспоминать, как это все делается. Потому что я не помню. Так, код этого уровня — морозилка. Почему морозилка, непонятно, хотя просто тут холодильничек нарисован. Ладно, пойдем вниз. Так, если получится, то можем спуститься вниз. Однако, вот надо же было сделать такие игры. Так, какие-то он семена бросает. Я не знаю, что это такое, по банкам там разбегается. Пустая, полная. Да. Игра, конечно, зачет. Так, берем, значит, ни с того, ни с сего. Видимо, мышка-то у нас переходничок там раздобыла. Так, сдвигается холодильничек. Естественно, работает. И идем дальше. Так, крючок. Вот все сделано очень интересно. Вот как вот супер логично все догадаться. Хотя, знаете, я сам вроде бы наподобие какие-то квесты делал. У меня даже есть, по-моему, квест какой-то. Где-то был точно этот квест у меня. Вот, я... делал что-то подобное. Вот тоже какие-то неочевидные вещи, то есть, которые знает только сам разработчик, скорее всего. Так. Очень интересно. Ай, так. Знатные, конечно, задачки здесь всякие. Вот до того, как была вода, мы ничего сделать не смогли. Смываем дальше. Крутим краник. И перекрываем воду полностью. Гениально, не так ли? Ну и спускаемся вниз, соответственно, теперь. У крысы тоже розетки некуда вставлять было. Видимо, да. Видимо, да. Так, ползем дальше. Ползем дальше. Вот настолько это круто сделано, что просто наслаждаешься игрой. Как бы она ни выглядела. Хотя здесь очень... стилизовано все нарисовано, но об этом я тоже уже говорил. Так, еще интереснее теперь. Здесь еще интереснее. Попробуем решить задачку. Подсказок здесь не особо. На подсказке игрушка. Так. Может быть и так. Нет. Здесь нам нужно пробку. Пробку нужно нам вытащить вот с помощью вращения данного ключа. Данного крана, то есть. Сейчас будем думать, что. Так. Ну, пока не срабатывает. Будем думать дальше.
То в одну сторону, то в другую вращаем. Если бы я была психоаналитиком, я бы рассказала бы тебе про разработчиков. Ага. Ну. Так, хорошо, сейчас попробую. О, вот так. Вот, да, все. Отлично. В общем, как проследить логичность? Судя по всему, либо по меткам выставить, либо выровнять все. Больше здесь никак. Так, окей. Ну давай, дружище, ползи дальше. Неочевидная игра на внезапном стриме. Так, ползем дальше. Из этой чаши непонятной. Вообще интересно сделано. То есть здесь своя атмосфера, здесь свое все. Здесь полностью все сделано по-своему очень сильно. Так, один. Выехал робот. Взяли мы у него ключ и откручиваем болты. Как бы это странно ни казалось, но так оно и есть. А здесь ключ не подходит. Отдаем обратно, он уезжает. Нажимаем кнопку 2. Так, и ничего больше не происходит. Еще раз. Кнопку 2. Другой ключ. Второй. Отлично. Откручиваем. Забирай. До свидания. Сбрасываем. Механизм перестает работать под датчик ленточный. И этот товарищ начинает негодовать. Типа, да что такое-то? Не работает. Окей. Спускаемся вниз. Пока нас не заметили. Все, я тут. Ну, добро пожаловать. С возвращением тебя. Мы тут продолжаем рубиться в великолепнейшую игру. Звуковое оформление тоже на уровне, все авторское, насколько я знаю. То есть разработчики старались по полной все это делать и откуда-то брали, по-моему, опять-таки с природы звуки. Я когда-то натыкался на какую-то статью про Монита Дизайн. Считаю это очень такими, знаете, каноничными товарищами, которые занимаются тем, что нравится им, а не в угоду тем, кто от них что-то просит. Как бы это ни звучало парадоксально. Так, идем дальше. Отличненько, пока он там чинит, смазывает... Давайте посмотрим. Лесенка есть. Только доступный элемент у нас теперь лесенка. Карабкаемся выше. Наша цель была туда попасть. Понятное дело. Так, здесь, значит, вот эти вот груши или что это такое? Да. Грушей мы это задвинули. Ай, беда. Так, теперь, значит, складываем. Баловство. Занимаемся баловством. Так. Ныряем в баночку. Все это начинает работать. Женя, что можешь сказать про донат в современных играх? Ну, в принципе, если игрушка free-to-play, то почему бы и нет? Опаньки. Вот видите, даже на какой-то планете люди смотрят телевизор, футбол и кушают всякую дрянь. В принципе, ничего не меняется. Ёкаламэнэ. Меня куда-то засосали опять. Меня засосали куда-то. Так, повесили мы, значит, сосиску. Теперь нам надо как-то оттуда выбраться. Вот и все. Так. По-моему, это фейл, да? Получается или нет? Я что-то не помню. Так, хорошо, сейчас будем думать тогда. Не буду читать никакие подсказки, буду вспоминать. Так будет интереснее гораздо. Так. Во, отлично. Вот теперь здесь надо немножечко подумать.
Многопуз. Так, хорошо, надо думать теперь, что делать нам. Так. Либо туда, либо сюда. Угу. Оки-доки, оки-доки, белый на белом. Сейчас будем думать дальше. Так, антенка. Усики разные. Атака, да вот что тут игра. Вот игра. Так, это в одну сторону, а это в другую сторону вращает она, да? Интересная задачка, конечно. Так. Таракашка лазит. Вот что с таракашкой, я вообще не помню, что нужно делать. Так. Хорошо, многопуз. Вот игра. Вот и додумайтесь, как оттуда сверху появиться нам, если мы находимся... Так, может быть и на лампочку, кстати. Так, сейчас он отъезжает. Хотя нет, на лампочку... Да, придумал вариант, а попробовать его не можешь, потому что она не срабатывает. Вот и думаешь, как здесь поступить. На то на игра. Вот усики еще что-то дают нам. Что дают усики, пока тоже непонятно. Усики все задействуются, но... Смысла в них особого нет. Сосиска для собаки. Этот жиртрест не хочет ее кушать. Так, таракашек. Так. Когда шляпу затягивает, мне пишут, перевесь колбаску. Колбаска не трогается, когда шляпу затягивает. Вот в чем проблема еще. Здесь дилемма. Либо тудым, либо сюдым. Что, не работает? Однако. Шляпу засасывает. Слушайте, а что-то я про это и не подумал же. Да нет. Колбасно-шляпная дилемма многопузовства. Да ни туда и ни сюда, как говорится, поэтому что там говорить. Фейл, короче. Ну не фейл, но надо думать, надо думать, надо проскинуть мозгами, что здесь вообще от чего задействовано. Что здесь от чего зависит, вот в чем проблема. Усики. Нафига мне усики? Телевизор, понятно, это телевизор, он работает, он его смотрит. Вентилятор дует в одну сторону, шляпу засасывает в другую сторону. Так. Ничего не происходит совершенно. Ну, хотя какие-то звуки вот только что были. Чик да чик. Чик да чик. Банка, не банка. Что щелкает у меня? Я понять не могу. У меня что-то щелкает еще. Видите, что-то еще и щелкает здесь у нас. Однако. Вот загадка. Вот это загадка. Здесь на самом деле все гораздо проще. Но вот, блин, как до этого догадаться, это уже другой вопрос. Я как-то сразу с этим разобрался. А я вот что-то пока не догоняю вообще. Да и, судя по всему, многие, кто в чате находится, тоже не особо догоняют. Шляпа в помещении — это неправильно. Ну, так, жучара. Да нет, подсказывать не надо. Здесь надо самому думать до таких вещей, догадываться. Это ж такая игра великолепная. Так.
Вот какой силой, мы интересно... Каким... Какой силой мы позволяем антенне двигаться? Вот непонятно. Сосиску еще каким-то образом берем, хотя мы там наверху вообще где-то находимся. Так, вот загадка, блин, волшебной страны. Еще почем здесь хоккей с мячом? Как все сложно. Додуматься надо, да? В какой-то, может быть, определенный момент нужно зашевелить телевизор, раз не зря же это делается. Банка эта пустая стоит. Нафиг она там стоит, непонятно. Так. Как его туда засосало? Просто так он выплюнул его, стоял, и вдруг его раз туда наверх, и все. Что-то щелкает еще. Ох ты ж, елки-палки. В этой банке, да, поэтому приехали. Мы в этой банке были, но у нас каким-то образом с пола засосало. Вот мне кажется, что... Нет, хотя нет, так не получится, что вот эти ростки должны зацепить антенну или люстру. Я не знаю, но люстру надо как-то наверх подкинуть. Но жук, вот, жук лазящий. Судя по всему, это... Жук вообще ни при чем. Хотя, может быть, смысл есть и от жука. Наверное. Не? Так. Да, вот пока опять вот грешным делом не глянул, что у него там находится на кресле. Вот кто бы знал про эту кнопку-то? Вот кто бы знал? Вот что-то как-то в особо внимание ты не обращаешь. И опять она сопля это забирает нас наверх, да? Угу. Угу. Так. Да. Кнопка кнопкой, дальше думать надо теперь еще. Небось еще нужно подгадать, чтобы жук здесь проползал мимо, когда мы отсюда выпадываем, да? Так. Сосиску засосет, растением хватай. Может и растением, кстати, да. Сейчас подумаем. Сейчас подумаем, как это сделать. Так. Ну, растения здесь вообще никоим образом не участвуют в действии. Эй. Занятно. Гениально просто. Просто, блин, гениально. А вот и наша собака. А я думал, это хомячок, а это собака оказалась. Вообще гениально просто. Чё почём хоккей с мячом, я особо не понял. Ну и ладно. Лол, что? Вот и я тоже не понял, что это было, почему он так сделал. А, беда. Ну вот такая вот великолепная игра, что сделаешь. Задумка аммонитовцев. Да, сколько квестов не играй, как говорится, но что-то обязательно происходит. Каким-то образом, что-то там тыкнул куда-то, зачем-то нажал, просто вот тыкал. Нет, что-то происходит. Русский квест бессмысленный, беспощадный, действительно. Ну что, спасли мы своего песика, я вообще на самом деле думал, что это не пес там сидит в клетке, а какая-нибудь крокозябра. Но нет, оказалось, что это пес наш был, я думал, там какой-то хомячок сидел или что-то подобное. Топливо кончается. Замечательно. Вот не заправились, не взяли с собой канистру. Игра русская, что ли? Так. Музыка затихает. И что ли, что-то не долетаем. И падаем на какую-то другую планету.
на парашюте, причем с собакой вместе. Система катапультирования работает просто слаженно, видимо, судя по всему, да? Очень интересная планета, конечно. С глазами, с хоботом и лапками. Ну окей. Едем дальше. Так, собака, давай, выползай оттуда. Угу. Бум. Это что за жук плющится тут? Думать, что делать дальше. Так, взяли мы, значит, этого жучка, но... Ой, смысла особо пока я не вижу в жучке-то этом. Так, мотыльков, бабочек взять мы тоже не можем. Будем дальше думать. Парашют. А вот дальше я не помню уже ничего. Вот я же говорю, это такая вещь великолепная. Так, значит... Да, гениально просто. Угу. Так, вот что это сейчас такое было? Открываем цветочек. Сюда попадает бабочка. Если бабочка сюда попадает вообще... Да, бабочка сюда попадает. Так... Подергай чувачка. Да нет, чувачка-то я дергал. Сейчас надо будет подумать, что дальше делать. Гениальнейшие просто задумки, конечно. Че он? Ноль внимания, вот вообще никакого внимания нет. Так. Отлично. Угу. Можно еще и постучать по трубам. Чтобы было бы еще круче, наверное, да? Аж по ушам бьет. Ну вот, вот и додумайся, что здесь делать нужно. Какую ноту надо где сыграть. Столб, на котором висит кликабелен. Действительно. Сыграй нам. Давай, прыгай. Не. Собак старается. Сыграй нам, братуха, так. Очень интересно и заманчиво. Почему просто не отцепить парашют? Потому что это саморост. Здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд, потому что это саморост. По-другому здесь не бывает. Здесь всегда что-то где-то таится. Скорее всего, это сделано просто так, я предполагаю. Почему, интересно, просто парашют не отцепить? Так кто же его знает-то? Так, эта бабочка летает оттуда сюда. Какой смысл от этих политошек пока тоже особо непонятен, но... Но. Так. Садится она на цветок, выползает росток. Взять я никого не могу. На жука клик не срабатывает. Так, логически будем думать, значит. Собака столб шатает. С кораблем взаимодействия никакого, потому что он сбит, он не работает. В нем ничего не работает.
Нет? Нет, видимо, нет. Хм. Будем думать. Будем думать. Сегодня ночью мне приснится самороз. Да, спасибо, Жень. Да не за что. На здоровье. Наслаждайся. Да я же говорю, да, я вот и пытаюсь сделать, чтобы и собака столб качала, еще и я, чтобы шатался каким-то образом. Одновременно, то есть это должно... Да, сложный тайминг, как на дынде прям надо сделать. Судя по всему. Вот типа того. Так, собака. Нет, почти. Почти. Не совсем. Так, сейчас. Нет. Да. Вот я и пытался это сделать, потому что он подозрительно вниз ножками тыркается. И вот нужно правильно подобрать тайминг каким-то образом. Только как это сделать? Ой, саморост, саморост. Чтоб тебя тоже черти драли. Так. Так, сейчас будем думать. Пытаться снова. Ну же, так вот практически до земли доставал, нет? Вот, так вот, все. Наконец-то это получилось. Нужно было подгадать просто момент, когда он был ближе всего к земле. Так, взаимодействуем с жучком. Судя по всему, сейчас сядем на этого жучка и поедем куда-то за маленьким жучком. Ну вот гениальность, почему этот жучок не зловреден? Почему? О, наш старый знакомый с первого, кстати, самороста, который курил кальян. Ну окей. Трубка наверху, говорит у него. Спрятана его. Так. Сейчас будем думать, куда прицепить вот эту штуку. С его головы. Гениально просто, а? Йоколомене шта, да? В первой части был вот этот товарищ, который курил кальян. И когда он докурил его, из его кальяна, откуда он тянул дым, появился ключ, якобы ключ кальян. Ну, в общем, это саморост. Так. Неожиданно стрим, это всегда здорово, давно начали. Ну, начали 51 минуту назад, но где-то минут 15 я, наверное, там еще что-то разглагольствовал о чем-то. Так, муравьишки ползут. Странный чувак, конечно. Сейчас будем думать. Так, фонарь. Угу. Что еще кликабельное здесь есть? Интересное такое. Он окультурился, теперь трубку курит. Что за трэш я вижу на своем экране? Это не трэш, это великолепный квест Саморос 2. Птичка еще есть. Вот птичку-то я вижу, но птичке как-то пофиг, по-моему, вообще. Это сорока, видимо, типа сороки. А, вот, поймал. Так, роняем чашечку, собираем трубочку, отдаем чувачку. Где, чего? Все, братан. Таракашки на дереве, я вообще не знаю зачем. Что-то он сказал, что внизу находится. Вот сейчас собака и найдет там под пеньком. Мешочек надо. Угу. Мешочек находится внизу. А здесь у нас некое подобие лисы. Или что это такое, я не знаю. Водички попей. Так, пописываем на куст. Иди попей еще водички. Так. Писи, давай, ага. Гениально просто. То ли барсук, то ли волк, то ли лиса. Да, это очень сложно понять. На этой планете вообще ничего не понятно. Так. Окей. Писи еще давай. Окей, отливай. Давай отливай на цветок. Там косточка сейчас будет. Отлично. На.
Погрызи косточку, а я заберу пока мешочек. Гениально! Вот остается только хлопать разработчикам. Вот только хлопать в ладоши, потому что я бы до такого не додумался никогда вообще. Нонсенс есть нонсенс, но что делать? На. А, ну что он может делать? Он может только покурить, и у него снова появились колокольчики. То есть он, видимо, сам пошел и забрал. А, светлячок поджег трубку. Угу. И счастливый. Вот ничего человеку больше не надо, видимо, для счастья. Так, теперь мы следуем за светлячком. В общем-то, освободил он светлячка, который нам покажет путь. Как бы это парадоксально ни звучало, не? Так, я не буду, если не скажу, что ты, Женя, просто затроллировал вчерашнем видео по заработку на ютубище. Ну, что делать? Как есть, так и есть. Так. Это значит маяк, и как всегда, здесь будет какой-нибудь дед. Без деда жизнь нам не мила. Сейчас в рот тебе что-нибудь упадет, дед, не надо. Ром, рыбий жир, кофе. Нам нужно кофе, судя по всему. Так. Сейчас попробуем. Не? Ага. Так, кофе. Или нет? Что происходит? Что за игра? Как так-то? Да вот так вот. Внезапный стрим как? Вот так. Так, рыбий жир. Чтобы здоровый был. Да, это, знаете, я вспоминаю сразу мультик «Приключения Колобков». Там рыбий жир. Фу. Там начальник. А, все, что я сделал. Водички надо налить. Начальник зоопарка там был. Еще воды. Больше воды. Да, я воды не залил. Я начал жарить кофе, понимаете? Не варить, а жарить. Ну, я ж, как всегда, продвинутый фигли. Пей кофейку. Во, судя по всему, тебе нужно... Не? Нормально? Видимо, да. Вот оно чё. Рыбий жир, ром. Может, ромика ему надо? Чтобы он повеселел теперь. Так. Чё, не хочешь? Порошок какой-то, рыбий жир. Что это такое? Ром, я сейчас забодяжу хрени всякой. И будет кайфовая штука. Супер. Самогон ему, он же синий. Да, сейчас зажарим что-нибудь, сделаем. Чё, не нравится? Не, значит, не то я ему налил. Так, окей. Так. Давайте попробуем ему тогда рома налить туда. С супер ингредиентами какими-нибудь. Не? Так ты не хочешь. Вот холоп. А в какой смысл разогревать ром, интересно? С какой-то хренью там непонятно, не? Что за человек? Ну это же какой-то непонятный таксист, поэтому чё удивляться-то? Сейчас попробуем. А, ну как? Не, это ему не действует. Хорошо. Рыбий жир. Еще. Водички туда. Ай, халтура. Не? Ну окей, еще раз кофе. Двойную порцию, дабл. Эспрессо. Так. Ну, давай, кипятим снова. Который раз мы уже это кипятим. Открывай рот, пей. Уф. Таксист, ты чё такой странный? А, вода снимает предыдущий ингредиент. Странно. А, я понял, видимо, надо... Так, видимо, надо сделать по-следующему. Чего ты там гундосишь? На, спать ложись. Так, значится, сперва нужна вода.
Кипятим воду. Снимаем, добавляем кофе. Угу. Гениально. И этот чувак дальше спать не хочет. Спать ложись. Я тебе сейчас дам Я не знаю, что ему дать. Мужик, спать ложись. Как вот его обратно в сон закрыть? Так. Ну, холоп. Ну, дед, а? Таксист. Так, сейчас. Коренной москвич. Почему? Так. Правильно, давай за шиворот зальем. Скорее всего, вот надо ему за шиворот залить, потому что он слишком борзой какой-то. А! Нет, слушайте, вообще никак не хочет. Вот сволочь. Хорошо, тогда введем таксист. Таксист. Заново тогда зайдем, ибо не хочет он работать нормально. Так, хорошо. Заливаем воды, засыпаем кофе. Попробуем так. Причем нигде. А почему его чем-то напоить нужно? Вот такой вот товарищ. Это ж таксист. Таксисты что они? Таксисты. Гениально, да? Так, вода. Кофе. Кипятим. Работает. На. Уф-уф. И все, он делает уф-уф, ему пофиг, в принципе. Так. Ну вот кто-то, видите, Шурик пишет, что только кофе давал. Ну вот видите, я не знаю. Ром, давайте ромика дадим ему. Да. Ром, видимо, надо кипятить тоже. Не вариант. Ни кипяченый ром, ни кошерный, видимо. Не? Ишь ты какой холоп, а? Ладно, ладно. Окей. Воды побольше. Ром. Перец. Еще какая-то хрень. Кофе. Рыбий жир. Дядя Жень, привет от Дениса. Отлично, спасибо. Денису тоже привет большой. Вот так, холоп. Пей давай. О, наконец-то прозрел. Так, вода. Так, соленую воду. Давайте попробуем соленую воду. Может, поможет ему действительно соленая вода. Он же, наверное, моряк какой-то, типа дальнего плавания, раз это как яхта, да? Пофиг. Пофиг. Человеку пофиг, реально. Что мы ему там дали? Так. Угу. Хорошо, водички. Сейчас. Что-нибудь придумаем. Гадости всякой. Такси, чтобы заправить, нужно вот эту штуку сюда пододвинуть, но она пока, видите, как-то не очень. Сейчас додумаемся. Сейчас сделаем. Сейчас я ему такой отвар сварю. Ты елки-палки, холоп. Ладно, еще раз просто кофе тогда. Сволоточ. Уф-уф. Так, ладно, уф-уф, давай. Так, хорошо. Ну, судя по всему, да, здесь нужно что-то еще делать, потому что, ну, не вариант вообще. Ну, вот что я сделал? Видите, вон что? А что он говорит, непонятно.
Ты уже все возможно с ингредиентами сделал, больше ничего не получится. Но почему не получится? Здесь же есть какая-то загадка, здесь что-то... Не просто же так, здесь куча ингредиентов, надо что-то делать. Но он у меня периодически засыпает, то есть что ему надо сделать? Я не знаю, так. Водичка, водичка. Ром и кофе, может действительно ром и кофе надо? Может тогда он проснется, да? Ай, сложная штука. Вот в конце какой-то вообще упоротин начинается, потому что вообще ничего не понятно. Выпей сам рому, да. Так. Так и требовалось, чтобы ты кофе сделал. Так я сделал кофе, а что толку-то? Он больше ничего не хочет. Ничего, ни, взаимодействия никакого больше нет. Ничего сделать нельзя. Майни, is it honey, майни, ну да. Че говорит, непонятно. Ладно, еще раз введем таксист. Потому что начинается. Таксист. Таксисист. Угу. Так. Кофе только нужно сделать, да? Ну окей, давайте попробуем просто кофе сделать. Окей, 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 окей. Просто делаем кофе. Без каких-либо лишних там причиндалов. Просто делаем кофе. Так, вода, кофе. Окей, сейчас проверим. Так ли это или не так ли это? Кофе работает, кофе кипит. Отлично. Снимаем. Уф, уф. Так. Угу. Сосамбо. Сосамбос называется. И все. Что кофе ему сделай, что ему сделай не кофе. Ему как-то параллельно, по-моему, не? Сейчас посмотрим. Вот здесь какая-то писюлька висит. Я вот заметил только что. Чё-то вдруг откуда-то взялась она. Ага. Очень интересно. Так. Угу. Так, взял я какую-то пизюльку откуда-то непонятную. Так, ну, товарищ, я не знаю. Гениальность просто зашкаливает, но что делать? Вот какой смысл было его поить кофе, если толку от него все равно нет? Так. А нафига я это взял? Да нет, писюльку на чай смысла нет одевать. Гора слева от башни, туда можно пройти? Нет, нельзя, нельзя. Сейчас попробую назад пройти, может быть, там смысл какой-то есть. Хотя нет. А, можно, ёкаламэ, да как так-то? Вот очевидность, невероятность, а? Сломал. Да нет, не сломал, просто ничего пока не поймешь, что... Как вот здесь понять, в чем смысл вообще жизни? И смысл вот этой вот игры. Как вот тут? Ни стрелочки. Куда тыкать? Просто тыкать в воздух. Что за... Какие-то тюлени валяются, плющатся. Ага. Угу. Очень интересно. Так, плющающиеся тюлени. Все, дальше не крутится. Шарики. Так. Угу. Пощекоти ему нос, ну, естественно. Не зря же он там с вилами-то лежит. Гениально, блин. Чех разрабатывал.
Угу. Грязюку какую-то набрасываем. Так. А, это еда. А, вот оно что. Теперь нам нужно подстроить эту штуку. Вот таким образом. Так, еще раз давай набрасывай. В общем-то, от газиков, как говорится, будет работать вот эта вот система. Ну, давай. А, еще немножко сдвинуть надо, окей. Ишь ты какой. Один спит, он, видимо, наелся, ему без разницы. Давай. Только от газиков. А, нет, слушайте. Да вы что, троллируете меня, что ли? Это что за троллирование такое сейчас было? Давай. О. А, надо нажать тогда. Что это такое? Окей. Отцепьте табака этого чеха, да? Фиг знает. Самый неожиданный, да, способ наполнения чего-либо. Давай. Гениально! Ай, беда. Так, еще. Угу. Лети давай, лети. Красавчик. Это ж надо было додуматься вот это вот. Но это же как-то надо было сделать, но... Не, ну что чехи... Я не думал, что чехи вот могут такое придумать, в принципе. Как-то внезапно это все неожиданно. Ёшкин картошкин. Так. Зачем тебе такси лети на шарики? Так я и говорю... Ой, беда. Так, ладно, несем шарик мы, значит, наполнены. Гениально просто. Таксист у нас... Вот почему они сделали много так всяческих там напитков? Рыбий жир, там перец, соль. Я бы вот, наверное... Йо. Так. Угу. Гениально я сейчас что-то сделал опять. Ага. А вот оно что. Ладно, идем дальше обратно на гору. О нет, вот именно, о нет, упоротость, да. Чтобы что-то понять, здесь вообще не поймешь, что надо сделать, но да фиг с ним. Окей, наверх. Теперь заново, да. Что делать? Не взлетает эта штука вверх, она взлететь не сможет. Тут надо как-то по-другому сделать. Ох, игра. Ну, нормально, нам как раз хватает. Так. Давай, набрасывай. Шарик только одеть не забудь. Эй, брат! Блин, ладно. Блин. Иди одень шарик, я что-то забыл про шарик совсем. Нечто, конечно, вот согласитесь, вот где вы еще встретите такие квесты? Только вот саморост, еще говорят, третья часть вроде бы есть уже. Надо будет тоже посмотреть. Ну вот каким-то образом они это придумали. Я не знаю, каким образом чехи могли это придумать, но... Давай, лети ко мне, лепесток, через запад на восток. Отлично. Раз. Так, еще разок. Чехи это любят? Интересно. Никогда бы не подумал. Ну вот, не поймал. Не поймал, ладно.
Сейчас посмотрим, какой из них прилетит. Давай, 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 халтурь. Так, третий раз тоже надо, обязательно три раза. Женя, ты не чех случаем? Да вроде нет. Но не был никогда. Так. Чех. Ну, ёлки-палки, я же успел, но... Нет, что ли? Ладно, еще раз. Еще раз. Вот еда, а? Пятничное вакханалие с саморостом. Действительно, вакханалие с саморостом получилось. Отлично. Бери шарик, вали. Так, хорошо, будем лишний раз сейчас не баловаться и попробуем все это сделать каким-то образом. Не знаю, правда, каким, но да ладно. Так, давай, 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 давай. Угу. Шарик. Одели. Угу. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Так, шарик закреплен. Дальше. Пошагал такой. Шагает уж, шагает. Собака вообще успокоилась возле таксиста. Все собаки любят дедов. Вот. Деды это вообще на самом деле крутые чуваки. В бубенчик, не? В бубенчик, не. Так. Такси, значит, да? Эта штука, в принципе, сильно не двигается, но... Шарик заправлен. Шарик заправлен. Нам нужно открыть клапан. Так. Сейчас подумаем. Так, ну здесь... Ага, вот оно что, да? Гениально, блин. Какой смысл был от шарика, если этот чувак в любом случае идет на него? Вот скажите мне. Угу. Так, окей, я понял. Прыгай. Все, заправили? Отлично, вроде заправили, не? Ну, дед. Ну, ядрёт твой налево. А вот супер загадка-то какая. Вот получилось. Получится, получилось. Там какая-то штучка, да, пошла. Давай, дед, действуй. Вперед. Собак сейчас по веревочке. А, собака откусила веревочку. Ну да, типа снялись. Балласт скинули, да. Куда деваться? Окей, окей. На газах, на газах. Гениальное топливо, конечно. Хорошо, полетели куда-то дальше. Такси. Гения. Чехи гении, конечно, в плане этой игры. Ну что, вроде бы все в порядке, только у нас теперь нет своего корабля. А так, в целом, вроде бы выполнили мы все условия. В общем, скарифанились с таксистом, теперь бесплатное такси будет. Ром глотаем. Хочешь? Хочу. Ей! Танцуют все. Действительно, вот как вот это можно было сделать? Как? Съешь-ка. Что такое? Голова заболела. Да. Угу. Ну, естественно, собака затушит костер, чтобы исключить возгорание какое-либо. Таксист полетел дальше борозить. Космос, но врезался в край экраном. Это нормально. Якуб Дворский. Гениально. Ваклав. Блин.
Томас Дворак как Флоикс. Гениально просто. Собак надо беречь и стеречь. Действительно, звук Томас Дворака как Пиф. Интересный товарищ. Отдельное спасибо русской версии Snowball Studios. Угу, Якуба Дворски. Аммонита дизайн 2005 год. Ну, вот так вот как-то. Мы прошли эту игрулинку. Еще разок еще спрашивают. Еще разок. Первый раз попал только к концу стрима. Ну, что делать? Всякое бывает. Так, ну что, надеюсь, вам игрушка-то понравилась. Ну что, она реально прикольная. Мне так она вообще прям нравится. Но я, по-моему, один раз ее всего проходил в 2007, судя по всему, году. Скорее всего. Может, я и вру. Может, ошибаюсь, конечно. Но мне кажется, что да. Так. Отличненько. Оки-доки. Так, ну что ж, у нас получился, в принципе, полноценный стрим, но... Давай больше квестов в формате стрима. Ну, да, согласен, надо Петьку Василия Ивановича забубенить еще, потому что, мне кажется, это будет просто эпик, особенно Судный день. Мне эта игра очень нравится, надо будет реально устраивать такие игрушки. Я сейчас посмотрю Саморос 3 еще, на всякий случай. Будем вместе проходить. Саморос 3 есть такая? Должна была, наверное, уже появиться. Так, по идее должна быть. Так, Якуб Дворский. Получается, это его фотография, этого Якуба Дворского, в принципе. Где он сидит, курит там трубку. Нету еще разве? По-моему, уже есть. А, нет, выходит в этом году, получается. Ну, что-то как-то... Да, наверное, должна выйти, скорее всего. Так. Хотя, знаете ли... Очень интересно. Я не знаю, то ли она вышла все-таки, то ли она не вышла. Скорее всего, нет еще, да? К концу года вроде обещали, но такую игру надо уметь придумывать. Да, игра, конечно, зачет. Тут уж ничего не скажешь. Игра великолепная. Так, сейчас посмотрим, что там и как. Что у нас тут пришло. Так, меня спрашивают, почему закрыт чат на Ютубе. Да потому что я читаю все с GoodGame, и у меня чат отображается на втором мониторе именно с GoodGame. Я пока еще не разобрался, как сделать мультичат. Не получалось пока. Но, в принципе, может быть, это и осуществимо в ближайшее будущее. Но я пока не смелюсь, как говорится, заняться этим. Пока времени не хватает. Но вот почему-то я фигачу именно с Good Game, потому что здесь гораздо удобнее, здесь задержка меньше, и чат показывает сразу, и нет такого спама, засилия. Да, вот обещал мне Денис показать мультичат, но он мне его скинул, надо просто будет разобраться, поднастроить. Так, спасибо Ксении за поддержку, она поддержала нас сегодня. Спасибо ей огромное, она первая сегодня это сделала. Респектос. Респектос. Да и без мульти не скучаем. В принципе, да, если кому надо, то можете... заходить, в принципе, в чат на Good Game и смотреть на YouTube, если уж кому-то так прям принципиально, но я напоминаю, что на Good Game у нас задержка от 2 до 5 секунд, а на YouTube 15-30. Минимальная 15, ну 10 и до 30, в зависимости от канала. Вот, а здесь 2-5 секунд, то есть сразу практически слышно то, что я говорю. Оно и хорошо. Так. Да, Саморос еще пока не вышел. Нет, это, вот этот квест, это не от Самороса, это какая-то трешня. Не стоит доверять игре. Не стоит доверять сайту Small Games, там постоянно какой-нибудь трэш. Так, Женя, не всегда есть возможность на сайт зайти. С телефона неудобно, может быть, попросить кого-то из админа, чтобы они оперативно дублировали информацию в ВК. А, вот оно что. Ну, я вот не всегда успеваю, но по возможности скинул. Вот сейчас в ВК перед стримом я скинул, буквально за 5 минут. Потому что... Так вышло, так получилось. Нет, я имею в виду задержки в плане ответов на вопросы. Вот ты написал на Ютубе, прошло 30 секунд, и я только через 30 секунд зачитал твой вопрос. А на Good Game ты задал вопрос, и я сразу его прочитал. Буквально через 2 секунды, то есть как ты его написал. Вот в чем разница-то. Так, отлично. Так, окей-доки. Вот поэтому видишь, в чем разница? То есть я оперативно отвечаю на любые вопросы, например, и они все
у меня перед глазами эти вопросы, когда я не играю. Я сразу вижу все вопросы, я все сразу могу их прочитать. Вот в чем плюс. А на Ютубище, пока я буду смотреть, пока я буду читать, там они еще тем более с задержкой появляются, ответы, да и вообще текст. Ну, в общем, это странно выглядит как-то, поэтому уж извините. Так, я еще предлагаю, наверное, в следующий раз в плане внезапного стрима пройти Машинариум. Потому что у меня была давненько такая идея пройти Машинариум. Но он, блин, сложноват все-таки немножко. Правильно? Ну, нет, хотя нет, что сложновато-то? В принципе, что нас останавливало? Я Full Throttle вон прохожу, который проходил 1000 лет назад, там неизвестно когда. Вот. По слайдам Самарос 3 неплохо выглядит. Так они, в принципе, все неплохие. Что первый, что второй, что третий, судя по всему, будет таким же. Да, можно будет Машинариум поиграть. Вот Машинариум я ни разу до конца не проходил. Я доходил неизвестно до какого места. По-моему, с зонтиком там что-то с дождем было. Вот, а дальше я уже не проходил. Ну, как-то так. Так, значит. Ну и по традиции уж скажу, что... Если хотите поддержать просто даже канал, не донатя, ничего такого не делая, вы можете просто перейти по ссылке. Просто перейти по ссылке, где у меня написано, что игры здесь, то есть покупайте игры там-то, там-то. Это просто поддержка. Можете даже там, я не знаю, что хотите там делать, можете просто перейти, но вы мне плюс в любом случае, как говорится, припишите за это. И в этом нет ничего такого плохого, просто перейти по ссылке. Учитывая, что это сайт-то известный, где игрушки-то покупают все в основном. Steam Buy. Вот так вот. Просто для поддержки. Ну, не хотите, не тыкайте, как говорится. Я же никого не принуждаю, просто предлагаю. Так, у нас остается 20... Ой, сколько 20? 16 подписок платных. И у нас откроется второй суперсмайлик для чата. Вот типа такого, который сейчас я скину. Вот так вот. Вот так вот. Да, по ссылке перейдете, и у вас будет столько же денег, как у летсплейщиков топовых, да, поэтому просто надо перейти по ссылке, и все это. Все просто, все гениально и просто. Что делать, что делать? Вот так вот, сколько раз тыкать? Да сколько, один раз тыкни, да и все, перейди, посмотри, что на сайте есть, да и делай с концом, чего уж там говорить-то. Я же не принуждаю, просто есть желание, перейди, может быть, купишь какую-нибудь игрушку, там, я не знаю, найдешь, какая понадобится тебе. А кто это на смайле? Это Азаска. Это Азаска на смайле. Так, у нас сегодня маловато было, честно говоря. Видимо, потому что внезапный стрим. И пришли у нас не все постоянные посетители. Так, но на Ютубе еще 45. И на Гудгейме 56. Спасибо большое. Также не забывайте про сайт, ссылка тоже в описании. Да и на Гудгейме тоже есть. Если вы зайдете о канале, там должно быть... Ну, в принципе, если на канал заходите, там ссылки должны быть разные. И там сайт тоже указан. На сайте есть такая рубрика у нас, рандом. И вот уже первый победитель у нас был. Вот как-то так. Уже человек выиграл в нашем рандоме в среду. Было прикольно, было весело. Был такой раш, такой прям ух, ух. И можно посмотреть, что вот была платформа Mega Drive, например, по статистике. Игра Sonic Classics и победитель Matthew Dart. Вот как-то так. Уже человек квартиру выиграл. Видимо, да. Судя по всему, выиграл уже. Что завтра будет? Завтра не знаю. Наверное, я размещу голосовалку. И мы с Денисом что-нибудь да пройдем обязательно. Я пока сам не знаю что, но что-нибудь мы обязательно пройдем. Надо будет что-то пройти, потому что хочется поиграть. Я не буду говорить, за что я буду голосовать. В общем, все будет известно завтра. Понимаете? Понимаете? Улавливаете мысль. Завтра что-то точно будет. Но в воскресенье будет эпизод 2. Это точно. Так. Undyne когда? Undyne, наверное, следующая суббота, потому что он был в прошлую субботу. Или что было в прошлую субботу? В прошлую субботу был Undyne, или когда он был? Что-то я не помню. Что у нас было в прошлую субботу? Undyne тоже надо, кстати. Классная же игрушка. Мне понравилось особенно... особенно последний босс, который нас стралил. Что у нас в субботу было? Я не помню. Контра была? Разве контра была в субботу? По-моему, столько времени уже прошло. Позапрошлую? Что-то я не помню уже. У меня как-то вылетело из головы совершенно вот это вот.
Слишком много игр, слишком много событий, слишком много всего, и как-то, знаете, не за всем успеваешь следить. Так. Так, сейчас, секунду. Так, где? Да где же дотации-то? Окей, так. Окей, отлично. Контра была, инфа 100%, да? Ну окей, ну тогда завтра будет что-то другое. Ну, что-нибудь мы обязательно завтра пройдем. Либо я подсмотрю что-то альтернативное. Хотя нет, зачем сейчас градить опять кучу игр? Вот. Пока мы не пройдем то, что у нас висит в долгах. Поэтому не буду я новых игр заводить. Undying, да пройдем в конце концов когда-нибудь. И будем по-прежнему... Да, слушай. Вот. Да пройдем Undying, будем в коопе играть. И я надеюсь, что в понедельник выйдет завершающая серия по Full Throttle. Да. Я еще ее не записал, но вот, наверное, в понедельник, если успею, то запишу, как там карта ляжет. Судя по всему, хорошо карта ляжет, поэтому я запишу обязательно, потому что многие ждали, многие надеялись. Одна серия вышла, но этого мало, естественно. Поэтому ждут люди, ждут. Да. Работа у меня сегодня тоже немножко есть. Сейчас я вот точнее еще уточню у себя. Классно, опять, блин, я как всегда. Что за нонсенс, что за каламбуры я выдаю? Сам у себя посмотрю. Да гениально. Посмотреть самого себя, если работа у себя. Классно. Ну что ж, все, наверное, будем прощаться тогда, пока я тут начал нести бред. Я, кстати, на завтрашний стрим приготовил темы. Вот, я приготовил темы на завтра, которые мы будем обсуждать на стримах. Надеюсь, они будут кошерными. В общем, завтра поговорим. Не просто будем бред нести, а завтра мы поговорим. Так. Все, сейчас я запишу, пометку сделаю. Все, отлично. Ну все, в общем, до встречи тогда. Услышимся уже завтра. Что-то музыка залупилась, непонятно. Вот. Все тогда. Добро. Хорошего настроения. Отрабатывайте, доучивайтесь. Завтра услышимся, увидимся. И все будет у нас чики-трики-пуки, оки-доки, белый на белый, шерсть стол президенты. Все. До новых встреч тогда. Хорошего настроения еще раз. Счастья и души. До свидания, друзья. Встретимся завтра. Пока.